meets which I presented at the Federation Polo Cup in Moscow Polo Club. It's called Opportunities for Achievement. The idea is any achievement is possible for us, and each time we can discover ourselves in any step of achievement. For example, polo game. When we know nothing about polo, otherwise we are in the darkness of polo. It's first step. Then we can start to learn or start training. We can find some information about polo, so we can some light of knowledge of this game. It's second step. And finally, when we love polo most of all and we have training every day, we become a master of polo. Or in other words, we walk on the water regarding polo. It's the third step. It's a universal principle of achievement. Similarly, we can find ourselves in different steps regarding different spheres of interest, as well as knowledge about ourselves and our life. And everyone who really wants always has an opportunity to rise from any situation. It's amazing, isn't it? So don't give up. Let's go to the next step. Wish you a wonderful day and hope you like this artwork. Это одна из моих картин, которую я представляла на Кубке Федерации в Московском полоклубе. Она называется «Возможности для достижения». Идея в том, что для нас возможны любые достижения для каждого человека. И каждый раз мы можем себя обнаружить на одном из этапов достижения. Давайте возьмем игру в поло. Когда мы ничего не знаем о поло, иначе мы находимся в темноте относительно поло, это первый шаг. Тогда мы можем начать учиться, начать тренироваться, мы можем найти некоторую информацию о поло, так что мы обретаем некоторый свет знаний этой игры. Это второй шаг. И, наконец, когда мы любим поло больше всего, у нас каждый день тренировки, и мы становимся мастером поло. Или, другими словами, мы ходим по воде относительно игры в поло. Это третий шаг. Этот принцип универсален, универсальный принцип достижения. Точно так же мы можем быть в разных стадиях, в различных сферах, интересах, а также знания о себе и нашей жизни. И у всех, кто действительно хочет, всегда есть возможность подняться из любой ситуации. Это удивительно, не так ли? Так что не сдавайтесь. Давайте перейдем к следующему шагу. Желаю вам чудесного дня и надеюсь, что вам понравилась моя работа. Thank you.